Мяу, так классно в лес ходили вообще. Ну не знаю, у меня ножки устали. Спасибо, то, что хоть бы вот из этого листика, как он там называется, мне починили шарфик. И Афоне эти починили. А мне больше всего... У меня всего... пистолет теперь, вот смотрите. Да, да. А у меня ничего нет. У меня карман для пистолета. Там мы... была попонка, так она блин, и... Блин, лесу нашли. Короче, давайте газяву тут на... положим. Так, Афанасий, где ты? Пистолет, Афанасий, ты чё, вот а? Давай, ложись. Куда я его должен? Ну, к себе домой. Вот из-за того снега у нас, смотрите, ага, так много. Может, видосик заснимем, а? Ну, можно. Давайте, короче, сейчас... Ага, камеру достаю, окей. Все, давайте, раз. Афанасий. Два. Руха. Три. Всем привет, вы на канале Мурмер. С вами Китка Мурыска, жираф Афанасий. Это я, привет. И Хрюха, халявинка. Прикиньте, мы в лесу были. Ножки стали у меня, у Хрюхи. Мы там, короче, газяву нашли и Афанасию пистолетик. В лесу, и сегодня мы снова держим города, мы охраняем город, потому что у нас ленивый мэр, он все время ездит на море, а нам приходит... Раньше Киска была мэром. Не знаю, меня просто-напросто уволили ни за что, просто так. Вот просто так, Это что? Самолет. А это что? Отлично. Чё? Зачем на нас упал самолет? Не знаю, я, короче, его... Ой, давайте помогать, он такой тяжелый. Ой-ой-ой. Давай, Афанасик, потащи. Отлично, пусть здесь стоит. Отлично, Афанасик. Так, ну что, ребятушки. Афанасий, уже видео на 2 минуты. Это как понимать? Мы же так мало снимали. Не знаю. Серьезно говорю. Я всего лишь жираф. Это что означает? Ничего. Это означает то, что... Я ем конфетку. Афанасий. Вы с Хрюхой. Орешка. Ты сам. Орешка. Решка, орешка. Ребят, серьезно, видео уже... Две минуты идет. Мы у меня что-то лапка не имеет. Мы мало снимали, где-то минуту. Ну, мало мы. Серьезно. Хрюх. У тебя лапки не замерзли? У меня замерзли. Я в лесу ходила. У меня одна лапка замерзла. Лапки. Что тут что падает? Снег падает. Зима, снег. Да надоел этот снег уже. Ты чё, Афанасий? Ты чё про снег сказала, я не поняла? Я не люблю. Короче, ребята, я пошла переодеваться. Ай, я упала. Ай, холодно, Афанасий, холодно мне. Быстрее надо попоночку вот эту одевать. Одевайся скорее. А, холодно, Афанасик. Холодно. О, всё, оделась. Отлично, потеряла. Чем заниматься будем? Ну, в лес уже сходили. Надо чё домой чё? Сходить, поспать, поесть. Ты чё, Хрюха? Ты чё? Мы в лесу поспали, поели. Мы в лесу полдня были. И ещё хочу отдохнуть после леса, Хрюха. Чё, нормально? Да. Хрюха, ты вообще нормально? Да. Мне кажется, она ненормальная. Хрюха, какой спать? Мы должны снимать видосик. Да, Афанасий? Угу. А ты что за тих? Женобасий. Ем. Бабасий. Женобабабасий. Дин-д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 ин. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это что было? Поезд есть. Какой нафиг поезд, Афанасий? Сам ты... О, ласточка. А! Куда ты поехала, ласточка? Куда ты едешь, уважаемая ласточка? А, куда она едет? Это потому что скользко. Ага, скользко, блин, не скользко. Да офигеть, Афанасий, вообще трэш. О, блин!
Ася, Хруха, смотрите, как близко к Хруханьке. Офигеть. Офигеть, как близко упало, ребят. Просто скриншот. Аккуратно. Смотрите, насколько близко. Насколько это было близко. Хруха уже почти вот так вот. Вот настолько. Офигеть. О, Афанасий, ты что в телефон полез? Да мне сообщение пришло. Офигеть, как близко. Она меня не близко. Ну вот это вот вообще, ребят, скриншот. Просто. Без слов. Давайте. Чик. 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 Отлично, Афанасий. Чик! Ой. Так, ну чем, ребята, заниматься будем? А? Чем? Ну, плохо. Ну что ты один, спать да спать. Спать да спать. Спать да спать. Я домой. Всем пока. Всем пока. Вы были на канале Мур. Может, гулять пойдем? Всем спасибо за просмотр. Всем удачно и пока. Здесь происходит трэш. Всем удачно. Всем пока. Я пошла. Все. Всем поки-поки. Стойте, ребята, я вас забыла бургером вкусным угостить. Вот, вот, кушайте, уважаемые, вот, вот. Все отлично. Теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр, всем удачно и поки-поки. Все, здесь происходит трэш. Здесь падает, здесь падают автобусы, здесь падают ласточки. Пока. Что, я газировку забыла? Дай мне, пожалуйста. Нет, я иди отсюда, скотиняка. Ну дай. Да иди отсюда. А ты ее не бьешь. Все, я у тебя остаюсь. Да иди отсюда, дружнобасина. Да иди отсюда. Я сейчас тебя разодру. Все отлично. Я буду держать. Куда? Пожалуйста. Ну а торт захомячила. Все отлично, пошла. О, боже. Ребята, я потерялась. А, я уже здесь. Котеняк. Да иди отсюда. Ладно, я его сую. Давай киску. О, боже. Ой, ребята. О, боже мой. О, боже. Боже, ребята, вот, ребята, что за трэш происходит? Хруха, и я тут с вами буду. Хруха. Пустите меня-то погреться. Не надо меня выкидывать. У меня шарф из-за вас порвался. Идите вы нафиг. Хруха, иди. Иди отсюда, Хруха. Ну что? Я все, я пошла, ребята. Я домой пошла. Все, ребята, отлично. Давайте включим фонарик. Ребята, подождите. Все отлично, фонарик включен. Все, ребята, я буду сидеть дома с вами. Ну что, ребята, чем заниматься будем? А Афанасий, сюда! Не пойдем мы к тебе. Вон, смотрите, Абубасий. Да, у нас вот. Ну иди. Кстати, это новый дом Афони, но, к сожалению, да, я пишу тебе. Он же не хочет. Когда пошел? Ты что моих подписчиков прищемил, скотина? Офигел, блин. Чуть вас не прищемил. Да, вообще. Так, ребята, давайте поставим табличку, то, что так Афанасий вход, вход и выход запрещен. Что это? Да это я у себя тут. Не думай, не осуждай дом. Сиди, а тут Афанасий вход запрещен. Я тут всякие бумажки пишу. Хиха-хуха. Хиха-хуха-хаха. Хиха-хуха. Афанасий, выходи гулять. Афанасий.
знаю, там мне что-то навалило. Микрофон, вот. Давайте, ребята, ему тут машинок всяких навалим. Вот так, светофорок навалим. Что там за городом даже не ухаживаем. Снега всякого. Ай, холодно! Я шарфик потеряла. Ребята, что делать? Я шарф потеряла. Ау, и сама потеряла. Так, все, ребята, мы тут замуровали нашего жирнобасика. Подожди. Ты че там сидишь? А? Ничего. Смотрите, смотрите, башка. Смотрите, башка фанаскиновая. Ребята, ломайте, давай, хоп, хоп. Давай, о, разгребли. А подожди, потом пойдем чинить. Чинить пойдем. Все, отлично, Афанасьев, ух ты, выход. Причем, ребята, давайте его как-нибудь попробуем тут настолько замуровать, чтобы он даже не выжил. Хотя я сама тогда не зайду, не выйду. А, ребята, свечка упала. Короче, ребята, все, что тут происходит? Я потерялась. Где я? Ребята, я потерялась. А, я наконец-то нашлась. Асей, привет. Как ты дела? Ты такой тупой. Вообще. Ребята, он такой тупой, не подписывайтесь. Хотя, подписывайтесь. У него будет 1 000 000 подписчиков. Я заберу у него денежки. Это, блин, долбанный шарф. Ай, 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 я запуталась тут. Я поперлась к Хрухе. Я поперлась к Хрухляндии. Валим, валим, валим на Хрюхе. А че шлагбаумы-то еще так? Бим, 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 бим. Даже договорить не успела с этим бим-бим-бим. Так, Руха, я к тебе. Ну, кто там? Кто там пришел-то? Блин, сколько снега тут. У нас тут снег лежит. Все, Руха, давай вместе спать. Спим. Я не буду с Афанасием спать, он слишком тупич. Я не хочу учиться у него. У тебя шубка тепленькая, с тобой тепло, киска. Ребята, вы только посмотрите, что здесь происходит. Здесь ласточка пытается уехать. Просто-напросто. Боже, ребята. Короче, у Афанасия самая тупая сторона в этом мире. Слуха, что делать будем? Спать. Мы с киской спим. Мы греем друг друга. Опа. Потому что снег везде. Иди, Руха, иди на улицу. Вернемся мы друг к дружке. Подкипали. О, все, спрятали. Что, Руха, такое? Киска, ты почему меня выбросила из дома? Это мой дом. Что, Руха? Я не услышала, тут поезд он мчал. Дин-д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 ин. Чё, Хруха, такое? Подписчики слушают. Киска выбросила меня из дома. Я спать хочу. Ну, спи, спи. Это теперь мой дом. Иди ко мне, Хруха. Иду. Короче, я у Хрухи. Короче, всё. Я повелительница этого мира. А что я здесь одна-то сижу? Ты дурында. А, шарфик. Ладно, пофигу. Ай, вся раздетая. Вся раздетая китка. Ребят, помните, у меня вот такой пушистый? Без одежды. Все, все отлично. Что тут, блин, так запутаться можно? Холодно. Так, короче, вот забираем тут мои Бургер Кинги. Раз. И Газяву тоже. Афанасий, ну ты и растяпа, даже мою Газяву не взял. Афанасий, это что было? Да ну не... Ребята, пейте газировку, хотя она не открытая. Афанасий, выходи, мы будем все тут делать без тебя иначе. Иду. Афанасий, о, здравствуйте. Здравствуйте.
Ладно, ты не пролезаешь. Да что ты нас затоптываешь? Стоп. А где Груха? Вон там я рядом с киской, на меня Афанасий столкнул. Да я не хотел. Что дерешься? Я бы на самолете сидел. Пам-па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 -
отлично, Афанасий. Вот в прошлом ролике, вон он там вверху висит, вы уже все пропустили. Первая часть вот это вот приключение. Это, короче, плейлист. Неважно, рубрика. Афанасий, вот в прошлом ролике тебе мой хозяин сказал, что поджопников тебе хватит. А в этом ролике я тебе скажу. А я тебе. Ай, вот ты иди нафиг. Хруха, давай, да куда ты идешь? Иди нафиг. Все, буду сидеть. Хруха, иди давай к Афанасию, отлично. Ты где сам-то? Тут я. Нельзя ему. Это не твой. Афанасий, это не твой дом. Там, да, там Хруха живет. Нет. Да. Все, да куда пошел? Да иди ты нафиг! Жена Басина тупая. Да куда ты лезешь? Я карман оторвала. Да куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Да куда ты? Да иди туда. Паша, ребята! Да иди. Все, она здесь годец. Посмотрите, у нее бургеры накоплены. Куда пошел? У нее там куча. Иди отсюда. Иди. Все, бургеры, заходите, мои родненькие. Все, я буду сидеть там одна. Боже, он не все раздавал. Круха, он нам все раздавал. Круха, давай чинить с тобой вместе. Все, отлично. Зачем куда ты? Сойди нафиг, жена Басина, отстань я. Иди к Хруге. Сиди там, Афанасия. Это мой дом. Я вот замужу там. Сиди. Сейчас мы гамбургерами. Бургерами, я не гамбургерами. О, боже, ребят. Я в шоке. Так, давайте приберемся, дома снег что-то валяется, Афанасием воняет. Боже, он мне шарф порвал. Козлина, блин, тупая, все порвал, разодрал. Так вот, я тут вот так было, вот так вот. А где еще один бургер? Афанасий, ты чего у меня стырил бургер? Я не ел. У меня зато морковка есть, вот. Это не морковка, это свечка. Это не морковка. Это точно не морковка. Это свечка. Оттуда? Да, это свечка. О, боже, ребята. Ой, дайте мне. Ой, я хотел тебе запомнить. Пока, подожди. Зачем ты мне дом поджигаешь? Так, бургер, иди домой. Че, ребята, я закрылась. Я закрылась от них. Так, все, на ключик. Все, на ключик закрыла. Так, тут щелочка осталась. Вот чтобы эти штуки заделали нафиг. Он будет за мной подсматривать. О, ребята, вы меня можете видеть. Ребята, а вы меня не видите. Хруха, ты че там? А я там. В гостях. Отличные гости вообще. Хруха даже не лежит. Я мечтаю.
О боже, у вас там весь дом разломан. Что у вас тут за рельсы? Загружают, перегружают. А зачем ты нам пихаешь? Это не я, я дома сижу. Это что тут к вам заехало? Хруху, что ли, решили поднимать? Так, иди отсюда. Иди отсюда. Куда? Куда идите? Куда? Куда ты? Виноват на то. О, боже, дайте мне передохнуть, я дома хочу починить. Ребята, вот из этого сейчас посмотрим. Ну, уже телевизор, конечно, висит, у меня отлепляет. Ты мне ухо поломал! Короче, ребята, я все починила. Вон туда я сложила все ненужные вещи. Куда? Все, буду так дрожать. Да, блин. Ну, ладно, я потом вернусь. Это же да куда ты сидишь? Тупая, тупая. Ты раздумывали. Меня зовут, а куда? Да куда ты? Да ты тупая. Ой, блин. Отлично, ребята. Убираем снежок. Что там написано, Хруха? Болеет у нас рыжик. Хруха, ты хоть бы своим голосом говори. Ты что каким-то чужим говоришь? А, Хруха, капитуха. Она заболела. Карантином, что ли? Коронавирусом. Отлично, Хруха. Всем пока, вы были на канале Мурмур. С вами был. Да, и мы. Да, вы, которые уже сдохли. Идите, идите. Все, я закрылась от вас. Все. Отлично, ребят. А подожди! Ну что ты? Это на меня Хруха накашляла. Ну ужас. Хруха не болит. Ребят, я пошла весь город чинить, потому что вы уже качаетесь на этой версии. Ну видите, вы качаетесь. Ну все, всем пока. Какой? Мы пошли чинить город. Нет, да ты чё, Фанаси, блин, тупой. Всем привет, на канале Мурмэр, хотя видео уже идет. Уже да, долго. И с вами я, Фанаси. Да, с вами. Да, блин, давай открывайся, заклинил уже. Надо, нет. Да, снег. Я еле твою ногу вижу, вон, ребята, видите? Там кошка снега напихала. Давайте, Афанаси, отгребайся. Подписчики будут смотреть. Ну? Мне и тут хорошо. Окей. Вот у меня пытался. Все, это будет Хрухин дом. Не твой. Я буду с тобой. У меня свой дом. Я тут решила, ты будешь жить в королевстве. Там холодно. Далеко от вас. Вдруг вы без меня что-нибудь... Там Хруха живет! Так, это стоит 500 рублей. Пошел. Все, я уже купила давно. Давно. Не туда. Я не хочу там жить. Все, пошел. Так, ну что, Афанасий будет жить в домике. Это, ребята... Ой. Отлично. Все, я пошел. Ну, иди нафиг. Надо прибраться. Да, у тебя там машина стоит какая-то. Ничего вот. Страшного. Да, отлично. Все, живи. Куда, смотри. Там вода стоит с фигу. Так, Афанасий, ты что разрываешь-то? Ты что, Афанасий, там трясешь? Афанасий! Что наделал? Спать пожу. Ага. Что-то не вижу. Окей, ребята, Афанасий, вставай, будем прощаться. Ты где там? Меня засыпало тут снег. Да ты чё? Моя одежда потерялась. Пока я не оденусь, мы прощаться не будем. Короче, ребята, все, мне холодно. Ребята, я нашла свою одежду. Все отлично. Все. Ребят, нельзя смотреть, когда киски или девочки одеваются. Так что идите вы нафиг. Все, я буду одеваться. Подождите.
Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи за просмотр. Короче, все, нормально. Нормально, без шуток, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачно. И пока. Пока. Ах, на свою очередь. Пока. Хруха. Пока, хруха. Всем спасибо за просмотр. Всем удачно. И пока. Давайте все вместе. Пока! Пока! Ну давайте хором хоть бы, что? Ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачно и пока! Всем пока!